Здравствуйте! Я Валера Каплан, художник-каллиграф, преподаватель и автор курса «Современная каллиграфия кистью и брашпеном». На курсе мы изучаем базовое написание букв, много работаем над пластикой линий, отрабатываем базовые упражнения. Мы разберем такие понятия, как графема, дукт и ритм. Это базовый курс, который идеально подойдет для начинающих и для тех, кто уже брался за каллиграфию кистью самостоятельно. Пройдя этот курс и следуя всем рекомендациям, вы уверенно овладеете такими инструментами, как кисть и брашпен. Каждое выполненное задание будет проверяться. Вы сможете задавать волнующие вас вопросы, на которые получите обратную связь. Курс разбит на две части. В первой части мы подробно разбираем написание строчных и прописных букв кириллического алфавита, как правильно пишутся и соединяются буквы, закрепив изученный материал в создании композиции. А во второй части будем разбирать альтернативные буквы. Что это такое, для чего нужны альтернативные буквы и как создавать свои буквы. Поработаем с ритмом и соединением букв. И также закрепим полученные знания в композициях. А по итогу курса каждый создаст проектную работу, воплотив свою идею на бумаге. Спасибо! Я буду рада видеть вас на своем курсе «Современная каллиграфия кистью и брашпеном». Записывайтесь!